Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. С вами, как всегда, Александр Сударев. И в этом видео мы покажем вам, как мы встречали наших партнеров из Weihai. После прилета в аэропорт Шереметьево наши гости были доставлены прямиком на территорию Совалмаш. Ему была проведена первая ознакомительная экскурсия по лаборатории, литейной и опытному участку. После завершения экскурсии нашим гостям была оказана помощь с размещением в местном отеле, так как самое интересное состоялось на следующий день. А что конкретно, вы узнаете в следующем нашем видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и не забудьте сделать репост этого видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.